однообразную связку с ними. Дайте сейчас. Для Спорт-экспресс. Зафиксировал. Команда действительно сейчас, ну если сравнивать относительно нас самих себя, там, условно говоря, первого года, там, две недели назад, конечно, сделала шаг вперед серьезный. Но это видим мы, это чувствуете вы. А надо еще показать там. С первых минут забейте быстрый гол. И такой момент, что видите, вы уже не маленькие мальчики, как бы понимаете, что время летит быстро. День за днем, игра за игрой, неделя за неделей. Выходите, не тратьте время на разговоры с судьями, на какие-то перепалки. Забирайте свое. Вообще все равно, кто против вас. Выходите, свое забирайте, и все, и сюда зайдем, и поаплодируем. Для нас это соперник принципиальный, последний раз мы, к сожалению, не очень хорошо выступили, поэтому у нас все бы хочется сегодня победить. Прошу вас, ребята, все. Тогда, ребят, всем удачной игры! С первого до 90 плюс, как бы матч не складывался. Если, дай бог, выигрываем, доводим до победы, пытаемся еще забить, или если силы закончились, пытаемся удержать. Если, не дай бог, проигрываем, делаем все возможное, иногда невозможное, чтобы спасти этот результат. Только так, ребят. Пошли! 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 П
Давай! К жаре привыкнуть невозможно. Даже холоду нужно как-то привыкнуть, одеться потеплее. К жаре невозможно привыкнуть, как она действует на организм, науке неизвестно. Поэтому еще раз говорю, здесь все профессионально, четко. Замены в этот раз есть. Это не первый тур, когда мы были в 10 раунд, да, здесь замены уже есть, ребята. Один мяч! Мяч! Один! Поднимайтесь! Лиса! Все, все, а нет, что ты делаешь? Все, мы все, пойдем, пойдем! Помоги, помоги! Волка, не спешите, волк! Юра, уводи, Юра, уводи, Юра, уводи! Быстрее домой! По правду, молодец, по правду! Да нет, блядь! Эй, он же видел, ты первый бьет по лицу! Тоже не видел, брат! Да! Лука! Ты в линии!